Здравствуйте! В эфире программа «Люди говорят» и с вами ее ведущая Елена Семеновичева. Мы предлагаем вам высказать свое мнение о тех событиях, которые происходят в социально-экономической сфере в Ненецком округе и в стране в целом. Сегодня мы решили выяснить, устраивает ли жителей Ненецкого округа соотношение цены и качества на привозные продукты. Мы как раз только вернулись из Архангельска. Разница ощутимая. Ну, смотря в каких магазинах есть. Ну, в основном, конечно, завышенная цена. А качество? Качество оставляет желать лучшего. Ой, далеко не соответствует. И пока везут, уже сроки годности все заканчиваются по такой зимней дороге. Машины до сих пор все стоят. Честно сказать, мы только берем такие местные. Так. Ну, цена, естественно, завышенная. Тем более сейчас зимник есть. Надо бы и поменьше бы цену сделать. Ну, цена-то там вообще говорить-то что, о чем говорить-то? Сколько нам тут накручивают? Раза в 3, в 4? Качество, конечно, не очень хорошее по сравнению с продуктами, которые в среднем полосе можно купить. Понятно, сказывается то, что они все идут к нам замороженные, очень долго идут. Ну и цена, соответственно, повыше. Если у вас есть мнение по интересующему вопросу, задавайте его по телефону, на нашем сайте и лично мне. Каждый день наша съемочная группа выходит на улицу города с опросом. С вами была Елена Семеновичева. Увидимся!